Всем юхай! С вами я, Майн, вы на канале Майн Гейминг. В сегодняшнем видеоролике мы опять же сделали огромную кучу вообще всего и перекрасили завод. И уже полностью, наконец-таки, нормально колясик автоматизировал сталь. Наконец-таки мы это сделали. Нобеликс изучили. Короче, кучу всего сделали. Приятного просмотра. Амир. Чё, где вообще? Я где хаб? Возле хаба, короче. Не хочешь заняться перекраской завода, блять? Можно. Короче, выбирай на, нажимай на Q, настройщик, цвета. И в разделе, в третьем разделе в обычном. Настройщик, блядь. Так, и чё? Английский. Так, ну... короче, настройщик открыл, цвета, палитра 15. 15 ты хочешь? 15, черно-белая такая, прикольная. Выглядит неплохо. Я ценитель высокого искусства. Так, ну и что делать? Зажимаешь по объектам и перекрашиваешь их. Просто зажимаешь левую кнопку мыши и херачишь, блядь, прицел. Охренеть! 5 нейлов! Типа, прикол, я эту херню просто выбрал, и у меня тут уже все автоматом покрасилось. Блять, я хз. Чё, где ты вообще? А майнги ты. А, вон ты. Ну тут это все я красил, блядь. А, да. На известняке там хуйня. Так вот справа здесь все покрашено уже. Ну я многое мог пропустить просто и все. Блин, а может быть что-нибудь поярче? Да не, нормально. О, плевник! Огромный плевник, а у меня нечем киляться. Вроде. А нет. Вообще, смотри, есть бело-синий цвет. Можно бело-синий? Типа бело-голубой? Не, просто бело-синий. Смотри, индивидуально палитры можно изменить цвета. Да, 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 я знаю. Может, вот такой? Вот такой, типа? Да, голубой. Стройщик, это палитра уже? Это палитра 11. 11, да. Ой, я тут два железа нашел. Бля, ну неплохо, давай его. Так, короче, я уже заколебался, если честно говорить, красить. Че, я уже лечу назад, я уже подлетаю прям. На подлете? Или на подсосе? А ты чё? В прямом смысле на подлете, я на зиплане лечу. Ты все перекрашиваешь, все платформы, что ли, блядь, бирюзовые? Платформы не, я на них хер забил. Блядь, справедливо. Зачем их перекрашивать? Я чё, Толя, что ли? Нифига, нормально смотрится. Ну, в цвет ориентации. Ну, хотел сказать. А я тебя переиграл. Смотрю. Не, смотрите, основную платформу можем, в принципе, перекрасить бирюзовой. Такое можно. Фул, типа фул, да? Типа фул я рыгнул. Ну, не обязательно все подряд, конечно, перекрашивать. Отдельный завод один цвет, другой завод другой цвет. А, кстати, да, будет классно. Следующий чур зеленый. Мой завод будет, блядь, черный. Без другой завод прям ярко-красный. Это завод Сталин. Стальной завод у меня будет черный. Чё, мы на рельс изучаем? Ну, бля, кстати, можно. Хотя, блин, тут компьютеры крафтятся, модульные каркасы, мы так задолбимся это делать. Короче, нормально производится. А компьютеры это что, первое? 50 штук. 50 штук, да. Увидишь, какая-то жопа. Я, кстати, утилизатор кидаю. Он чмошник. Они, знаешь, какие тяжелые в крафте. Мне их девать, потому что некуда. Охренеть. Не, у меня просто... Так как у меня не крафтится ничего из... Вот, да. Так, что еще не покрасил? Вроде все. Я уже долбался капсулы на планете ДНК делать. 59 получилось. Чего? Этих штук. Энергомодули?
как это называется? Био. Капсула инопланеты ДНК. А, ну био-модули, короче. Ебать, выстрел. Ну, конечно. По-другому не умею. Так, теперь наш этот надо на превьюшку взять, типа он голубой. Толя, у нас есть вот эти вот био какие-то эти, которые из нейлов делаются. Нет, я их все слил в этот утилизатор. А что ты хочешь? Блин. Да я хотел прокачать этот в ММА этот протеиновый ингалятор. Пойду тогда нахерачу их. Давай, иди. А ребята, так, вы даже не подозреваете, но я за вами наблюдаю. Я вижу кого-то, кто-то со стены упал. О, вот стоит на углу. А, это Толян. Ты откуда наблюдаешь? А, где мы плевников убивали? Где мы плевников? А! А где это было? Вот, стой! Во-во, ты на меня смотришь! Не, чуть левее. Вон, видишь, вот я там прыгаю. Да. Ну-ка, погоди, стой. Не вижу. А где? На горе стою сверху. Ну, может быть. Я вижу только берилу. Я только вижу орешки. А, серьезно? Я с ними рядом стою, прыгаю. На самом высоком месте, что ли, или где? Не, чуть ниже. Ну, между двумя горами. Который такой там проходит. А, ну вот такой типа проемчик, да? Да, вот я, да. Ну у тебя там нету. Серьезно? А я тебя отсюда вижу. А у меня, может быть, прорисовка говно стоит. Ну слушай, Толя, у меня минимальные настройки графики. Но я тебя вижу. Ни хрена, что я сделал. Что ты сделал? Стой! А. Понял. Короче, обосралин какой-то. Тут, кстати, плевников нету. Значит, они еще не заспавнились? Да. Они не должны спавниться вообще, я сказал же. Спавнится. По моему опыту хочу сказать, что не спавнится. Говорю. А по-моему они спавнятся всегда. Сколько мы раз там с Амиркой гасили их? Ну, я раза три точно. С тобой я это вот как раз третий раз был. Не, там еще раз два, наверное, гасил. А-а-а. О, нейл. Гаси. Забрал. Еще один нейл нужен. Нейл! Брат! Вообще. Согласен, типа, это что-то как-то да. Типа, конечно, там один что-то делает. Ну, это вообще веселуха. А вот там как-то скучно убивать кабанчиков, я весело строю заводик. Так, производство. Литейное. Все, я нейла заколбасил. Последний. Слиток медного сплава, ебать. 20 альтернативных слитков. Короче, D5, блядь. Короче, пошло нахер это говно. Вот. Вот это да. Да. Скоро 60 минут. Ротор. Да. Парни, у нас ротор есть у кого-нибудь? Да их до хрена, хоть жопой жуй, иди бери. Где? Ну где ротор у нас делается? А они у нас делаются? Да, а то у нас там все ими забито. А то что... У нас там 300 где-то так. Может 4 даже, прям пойми сколько тут. Они в ассемблерах делаются? Конечно. Вот тут где-то прыгаю. Не, это уси... Ты где? А. Прыгаю. Вижу. Все, понял. Мне больше не надо. Вот тут эти вот позиции. Да, я уже взял. На. А ты что, исследуй тут? Да, сейчас исследую. Ну знаешь, их накрафчу, чтобы было реально на всякий так, на крайняк. А что это за метка? Галя, нам сталь нужна срочно.
А я этим и занимаюсь сейчас. Сделаю то, чего не сделали вы. Делаю нормальное производство. Так пахнет дело. Ой. У нас, кстати, мотор хоть жопой жуй. Мотор или ротор? Мотор. Бля, ничего, я на ксе зашел. 83 часа. А, готово. Присоединиться. Игре 4 часа. 27, да. Ну, Все. А, так, это я получается, что там тестим вещества. Теперь можно пищевой ингалятор какой-то делать. Пищевой ингалятор. Нужен гриб, ягоды и орехи. А у меня все это есть. Что он дает? Не знаю. Это новая экипировка, ну-ка, мастерская. Короче, мне нужны куча роторов, куча каркас модульных. Ну-ка, попробуй сейчас один сделать. Я так понимаю, он тоже... А, я помнил, это ингаляторы, только можно делать из разных, ну, типа, как альтернативный рецепт. Понял, но... Можно из протеина, а можно из ягод. Да, но это для этого всего нужно ходить на вылазки, собирать это все. Ну, да. Объективно мы это все их будем тратить тупо как раз тогда, когда на вылазки будем ходить. Угу. Как будто такое себе. О, у меня три слизняка, кстати. Голубых. Нормально, перекрасили. Синих. Вы типа сейчас не на базе, да? На базе. На базе мы. Несите себе модульные каркасы и роторы. Так, сколько займись? Сколько модульных каркасов? У меня их куча. Блядь. Просто... Модульных каркасов, ну так. Получается. У меня их 90 штук. Тащи все давай. Че? Что останется, я останется. А, так, короче, Толян, энергомодули, у меня их 13 штук. Роторы и модульные каркасы, захвати все. Я их закинул в хранилище левое. Роторы? Но у меня только сотни. Че сразу я не сказал? Развернули за ними. Николай, Николай, меня, Коля, Коля. Кварцевый резонатор. Как из-за чего это? Сколько тебе надо роторов? Ну, он нужен для обнаружения враждебных организмов. Сканируемый да, объект. Для него нам что нужно, получается? Открыть в кодексе. Кварцевый кристалл, провода и 5. Ну, блин, ресы нужны, ресы. Ну, я не знаю, просто все изучаем. И... Чё, скоростной разъем. У нас их... У нас, по-моему, где-то должно быть, но... У нас их... Так, то есть скоростной разъем 7 штук, а там надо... 5 штук. На коль. Прикол в том, что они не крафтятся, их надо находить. Ладно. Так, что-то ещё там... На это... Модульные. А, модульные, точно, точно, точно. У нас, у нас стальные балки где-нибудь делаются? Стальные балки? Нет, еще ничего не делаем. Нет, жопой жу. Я помню, я их до хера выкинул. Серьезно? Ну так мне сам коллега сказал. Когда мы чистили эти... Я упал! Идеально в воду просто! Миллиметраж. Да я скоро буду их делать уже, так что похер. Похеру, похеру. Так. А радиатор мне... Ну, я скину, ладно. Я немного порядок в инвентаре приберусь немножечко. Сделаю порядок. Так, я пойду к вам, посмотрю, что вы там наделали. Я о, сейчас этот сделал дробные болты какие-то. Посмотрим, что это такое. Дробные болты? Угу. Это сейчас просто 50 железных болтов сделаю и здесь в ящике возьму кварц. Угу. А у нас кварц... Кстати, он не добывается. Кварц снизу. Добывается. Кварц. Где? Добывается, но мы вроде как... Он у нас утилизируется же там. А, да. Да, да. Да. Мне кажется, нужно найти еще.
кварцевую залежу и чисто, ну, для, ну, типа, чтобы допы эти... Не, слышь, поищи. Да дофига этого кварца, по сути. Надо будет только новую электростанцию построить, наверное. Ну, типа, блин, не будешь что-то снимать. Хотя, может. Ну, красота. А где я ходил, там кварца было много уже. Ой, что-то я разогнался, 180 сделал, ладно. Ну, на мана, на мана. Жестко, жестко, жестко. А снизу что? А, снизу это вот так через низ все идет. Нифига себе, ну это прям все. Это гением надо быть, короче. Ну, да нет, только гений. Ну, гейм надо. А посраться надо 100 Нобелиск. Нобикс. Нобикс. Нобелиск. 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 Вводим. Нобелиск. Плевать. Нобелиск, блядь. Похуй. Да, это да. На, для, этот, на 4 этих. А, то есть это типа ультра ассемблер? Изготовитель. Да, да. Ну его сейчас уже можно ставить, по сути. Ну, скоро придется мудохаться. Так, чё, Толь, надо нейлов поубивать? Да, надо 10 шкур. Ну ты понял, короче, эти нужны. Капсулы. Так, насколько я помню, под нашей дорогой платформой там до хера нейлов всегда было, тусовалось. О, кстати, слышь, чё? А мы ж когда ходили, где кварц идет, тут что, эти боксики остались? Хз. Какие боксики? Ну, боксик, помнишь, мы туда скидывали лут? А... Ну, бокс скидывали лут, да, да, да. Я осталось, сейчас гляну. Подожди, а я вроде ходил за ним. Блин, не помню, не помню, не помню. А где он? Где кварц был? А, нет, ты забрал да. В контейнере. Как ты мог? Сейчас бы съездил, да чё облегчил. Так, ну вроде трёх... Так. А, даже этот пластик же не делается. Да. Пластик, а чё, пластик? Даже нефть. А пластик нужен для парализирующего болта? Нет, нет, нет. Пластик сейчас нужен будет для другого. Ограничителя и... Ой, отключители. Короче, вы меня поняли? Для всего, блять, он нужен. Да, он да, да, он для каркаса, очень кстати. Нужен. А из чего пластик? Нефть. Нефть. Блять, как в реальной жизни, хули. А нефть я еще даже не начал добывать. Так что, блять, это жопа. Нефть это тоже жопа полная. Короче, вы еще рано смотрите вперед. Надо сначала достроить. А, слушай, да, нафига себе. Толя, нам, мне обязательно нейлов фигачить? Ну хз, я думал изучим сейчас побольше. Ну честно так вот нифиг делать, пока колечко как что-то делает. Не, ну я могу не только нейлов, я все подряд типа. Ну все фиг, все подряд, ты меня понял, нужны эти. Да, да, капсулы. Угу. Если что, 13 штук в этом, в ящике. Кого, капсулы этих? Да. А, ну тогда не надо. А. Чё ж сейчас ты не сказал? Не, есть. Подожди, стой, не, не энергомодулей. А, капсулы прям. Да, 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 да. А один, одна капсула это сколько? Энергомодулей? Это одна тушка Нейла там, к примеру. Понял. Ну типа ты понял, одна да, вот эта да, фигня, да, которая да, с Нейла да. Падает. Понял, принял. Ой, хп нету. Помочь? Дура. Не, нормально. О, мостики есть, слава Господу, слава Богу. Так. Бог, кстати, нету. Ладно. Так. А пол фундамента у нас есть? Есть, слава, блядь. Сука, я не могу. Где-то надо бы как-то срезать. А если где-нибудь сера поблизости? Да, вроде. А вот, смотри, где то катерий, есть... только вниз идешь, там я автоматизировал. А, ты автоматизировал? Да, 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 да. Еще серии две назад, что такое. Пока, чтобы ты понимал, я ни одного нейла не встретил, он для плевники. Ну пофиг.
С них по два падает. Если все. Нормально, да? Я так и делаю. Мостик угловой. Твоя архитектор, бля. Ну тут не поспоришь. Ух, ёперный насрал тут плевников. Жить. Живи. Я помочь? Не-не-не. Все, двоих просто зафигачил. Нормально. Грибочек собираем. У меня как бы хавчик есть, так что жить можно. Грибушки то прям имба одна самая. Да, они дофига восстанавливают. Угу. О, так, тут ящик, бегал, контейнер, бегал. Где 27 балок стальных. О, бери. Взял. Пещерка какая-то. Реально мы тут были? Вопрос очень хороший. Опа, она, я мицелий нашел. Это новое древо исследования по ММА. Хотя не особо помню, чтобы оно что-то там хорошее давало. Падла. Я упал. Сука! У мицелий прикольно, прикольно. А чё он дает? Новое древо исследования по ММА. Сейчас глянь, ну, что-то, кстати. Да, давай. А, ну нам нужно хотя бы мицелий. А, я ну помню, да. Не помню, что с ней делать. Нужно было сейчас следовать. Оу, стингеры. Тихо. Ох, ёперный насрал, у вас тут до хера. Живи, милашка. Да живу, нормально. Ну блин, логично, я в пещеру залез. Сапчик. Понятное дело, тут стингеров будет жопой жуть. Мощная пещера Амирки. Так, мне бы забраться наверх сейчас обратно. По-хорошему. А, ну отлично. Я уже делал черный порох. О, кайфу. Вернее, доделываю. Я так понимаю, что я занимался какой-то херней, блядь, сейчас. Да. А ну нафиг! Правда говоришь, не врешь? Да, видимо, да. Можно же было просто стенку построить, блин, блядь. Блин, мне нужны стальные дверью. Трубы. Так, ну, у меня уже 122 мицелия. А есть ли где-то у нас стальные трубы? Стальные, ну, а, возможно. Да, там отдельный контейнер был промышленный. А что? О, рудосим. Да забей её, блядь. А для чего она? Она никак не используется. А, это, а, все понял, это же еще не добавили. Не, у нас нет труб. Дорогие друзья, мне, видимо, не хватает этих, блядь, энергомодулей. Сейчас я притащу 13 штук. Да мне хотя бы двух штук. Куда ты убегаешь? Мне позвоните, 13 подарю. Опа, на, это был мой последний выстрел. Нет, вот два осталось. А ты где? Отстрелялся. У меня быть, получается, кто? У меня болты кончились. Ты как изи скрафтить? Так у нас прутьев нет. Второй винты. Как нет? Для прутьев? Ой, стоп. Да, у нас нету железных прутьев. Болты или... Боже, в этом тяжело что взять, а как он называется-то? Боже, штуки. Магазинчик? Да какой магазинчик, боже? А где они сами крафтятся, сами по себе, блин, там и берешь. Чё так ты? В смысле, у нас они не крафтятся? О, прутья? Да. Да. Прутья крафтятся. Крафтятся. Так я же тебя спрашивал, колесик, у нас прутья крафтятся? Ты говоришь, нет, не крафтятся. Я не помню, я не помню, я, блядь. Всё. Я думал, сука. Понял. Второй этаж
Если смотреть от хаба, то это левая часть. Все, окей. Блин, прикольно этот кофе, физика прикольная. Хотя нет, говно. Нереалистично. Хотя, блядь, какой реализм, если здесь, блядь, фундаменты висят спокойно. Ох, ёперный насрал. Чё? Дьявол. Да. Блин, Колян, когда там встать будет? Все это делаю. А, я нашел. У нас нет. Ребят, я нашел сферу Мерсера. А, это тоже разработчик. Да. Relaying message. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctor said the only remedy is alien artifacts. По старинке. Ребят, мне есть смысл собирать мицелий? Собираюсь все равно тому, надо будет прокачивать же, ну, в ММА. Не, ну просто у меня уже 288 штук. Пока хватит, если что. Ну давай, 300 добью, а ну добил уже. Да ни одной их штуки хватило бы этих, блять, модулей. Хер. Офигеть, тут останков стингера, здесь кто-то уже побывал, походу. Так, энергетика, устроенная розетка бывает на второго. О, пойдет. И тут валяются останки. Забирай все. Иу, иу. А, громко. Иу. Вот знаешь, как я могу сделать? Кря? А мне, кстати, почему-то это не слышно. Серьезно? Ты не должен слышать. Да. Ну смотри, я слышу. Попробуй сейчас вот кря сделай. Делаю, мне слышно. Не знаю, мне ничего не слышно. Может, ты меня как-то там отключен? Мне нужен Discord Nitro, бля. Нахрена тебе Discord Nitro? Я могу просто, я на саундпаде встроенно могу любые звуки врубать спокойно. Somebody его. Я в какой-то мирный биом попал. Здесь меня никто не бьет. Тут никого либо не бьет. Либо я всех выкосил нахер. Знаешь, Тихий океан, это я для тебя его успокоил. Ага. Крутые подкаты, чпек. Ну, типа того. Ура, я делал остальные слитки. О, наконец-то Нейлы, ё-моё. Всё, отлично. Задоджил. Так, ну у меня уже, не скажу, что много всего, но как бы имеется. В принципе, можно и домой возвращаться. Это сколько? 16, 4, 2, 4, то есть это 6. Это 26, 27, 28. 28 этих протеинов можно сделать. Нормально. Тематик. Короче, я все, я в хаб. Кстати, ну тут я не помню, тут что, тут уголь, тут железо. Богатое месторождение. Да, мы поставили бур, но это... Буровую станцию, но не запустили. Это для стали вроде мы делали. Нихера себе, вы что тут отстроили? Где? Ты что, за завод моего? Да. Пробегаю. Сейчас забегу. Пастиком. Блять, я не вижу нихера. Так я понизу бегу, снизу завод. А. Ну, по дороге только. Не по местности. Нифига себе.
Ну красиво, красиво, красиво. Ничего не говорю. Мне вот эта вот лестница нравится, ну прикольно. Да, 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 классно так. На обрывчики. И вот это, знаешь, конвейерный лифт, как будто это подставка. Блин, я хочу реально что-нибудь красивое построить. Ну, уже получается офигенно. Так. Это понятно, коттеджи. Пошли протестируем обелиск. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Мицелий. Сейчас исследую мицелий. Исследуй. Преследуй. Так, мицелий нам дает ткань. Мицелий нам дает токсичная простуды. Клеточная модификация. То есть мы не будем получать урона, типа. Вместо обыкновенного взрыва этот... А, это Нобеликс при детонации создает облако смертоносного газа. Короче, перегнуть может смачно. И целебные свойства. Это что? Наверное, типа хилки может сделать. Может быть. Пошли, Толь, ты где? А кто сталь закинул сюда? Стальные балки. Сейчас вот. Я. И трубы тоже. Мы ничего не сделаем без них. Мы без них сейчас ничего не сделаем. А. Это что, от меня сейчас зависит? Не, они у меня просто в инвентаре лежали. Понял. Просто я закинул. Мы без них не сможем протестить на близко. А, Рил? Без стали? Почему? Да, но нужен детонатор же. А, его, наверное, купить можно. А билетики на это говно тратить, ну, в смысле, не вижу. Плюсунь. Колян, что там, что там, что там, что там? Когда будем стали есть? Ой, в смысле, жить, ой, жопа жевать. Так, вы хотите сказать то, что для чуду в чудо-утилизаторе с каждым разом нужно все больше и больше очков? Да. Ян, ты же ничего не сделал, что ли? Ну это обосраться, и как жить? Типа... Поступаемое количество, это же не увеличишь. Это ты для красоты вот эти вот, типа, ноги поставил, да? Да. Ноги, блин, какие ноги, боже. А. Вот. А бля, не любим, надо это говно петь. А мы любим его. С тобой мне были. А, у нас была лестница, я дурак. Да ну нафиг, правда говоришь, не врешь? Кстати, можно обелиском пчелок убивать. Их там, бля, проще убивать. Нет! А, я выжил. А вот сейчас выживу? Выжил. А, тихо, сейчас умру. За мной куча пчелок. О, кстати, вот ядовитые растения, пошли, Кась. Давай. Пари берешь. А, кстати, у вас, ребят, у вас на катерии был камень, там еще можно одну жилу катерия. Да, кстати, можно жилу вот эти вот, которые по камнями. Удобно. Под камнями могут еще эти, кстати, находиться. Согласен. Слизни. Слизни. Да, слизни. О, слышите, давай сейчас побольше их сейчас прям заложим и сделаем большой бум-бум. Давай. Сзади. Ай, козел. Я все загасил. Все. Где еще есть? Растения? Да вроде нету. Ну я по крайней мере не вижу. Плюсую. А че это летает? А, это где? В воздухе вот эта херня зависла, прикинь. Какая? Ну, граната, типа как, Нобелис. О! Ну-ка. Ай! Ой. Да. Хорош. То есть это был мой Нобелис. Он просто не взорвался. А вопрос, почему он застыл в воздухе, типа? А он, типа, вот так вот застывает, походу. Хрен пойми, как это работает, но, короче, я как-то неудачно его заложил. Но это работает. Да, ой, это работает. Я умер. Опять? Тут у нас спуститься, вот спуск именно здесь очень херово сделан, то есть, на самом деле. Лестница как бы есть, но она под платформой. Гипертруба. Кстати, эти желейки можно поставить же. Желейные батутики. Вот, посадочная хрень это. Все, понял. Сейчас попробуем. Я никто с ни разу этой штукой не пользовался. Так, мне надо биотоп надо добыть. Зачем?
А, для этой из желейной дряни. А что мы с этими батутиками сможем делать? На них приземляться. Они, короче, когда ты на них приземляешься, урон не получаешь, но это еще опасно. Да, да, да. Только я не знаю, с любой ли высоты? А тут с любой. Проверим. Будущий. Толя, парализующий болт, для него сверхпроволока нужна. Да я не про парализующий. А, дробный, все, вижу. Дробный, ты че? Здесь мага. А где у нас проволока делает? Ой, проволока этот, в резине, короче, изолированный. Сверху? Да, да, да. Верно идешь. Ну-ка, 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 лечу. Перевернутый, блядь. О, прикольно, я прям в нее зашел. Я могу прям внутри штуки ходить. Че, ХП не сносится? Нет, вообще, ты знаешь, как будто в воду упал. Ты прям понял. Плаваешь здесь. Как вот. Ну, типа, как ты плаваешь? Ну, условно, я понял. Ты скажи, где ты это сделал? Там, где умирали мы как раз-таки. А, сейчас скажу, где это. А чё у меня тут шпага валяется, при этом у меня еще одна шпага в руках. И орешки тут валяются почему-то. Какая шпага? Орешки. А, так, смотри. Ща дубинка. Как тебе объяснить-то? Ну что, где мы умирали, тут около озера, понял? Только чуть ближе. К хабу, получается. Ну и типа по карте я прям около этой штуки стою. Колян. Чё? А. Я беру этот. Типа, это, короче, R зажми. Зажми R. А, все, понял. Боеприпас. Ну, я пока с парализующим болтом буду. Он, кстати, никак не отличается. Так, то ли куда поставил я так. А, все, понял. Ну чё, погнали. А, прикол, я не долетел. Ну я выжил. Так, это рил запитывать надо, да? Ага. Блин, ну я так и не спрыгнул нормально, я хочу ее спрыгнуть. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, лепите лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях, батачник или получилось. Ссылочка на телеграм-канал в описании под этим видеороликом. Всем пока!